Кронировать деревья или чистить снег. На что израсходовать деньги, в ТОСе Березняковске решают сообща. Выделенные этим летом 620 тысяч рублей из городского бюджета, жители решили первым делом потратить на благоустройство микрорайона. На территории ТОСа расположено более 20 улиц. Это наш первый опыт, и я надеюсь, что он удачный, и что стартовал один ТОС, и по его примеру, другие ТОСы сейчас посмотрят, каким можно образом осуществлять свои полномочия на данной территории, и этот положительный опыт переймут. ТОСу Березняковский уже 7 лет, но как некоммерческая организация он был зарегистрирован в июле этого года. Решать возникающие проблемы жители старались и раньше, но с новым юридическим статусом делать это стало проще. Работа ведется. Администрация, город видит, что здесь есть потенциал, есть инициативные люди. У нас сейчас нам выделили помещение площадью 97 квадратных метров. Сейчас проводится ремонт, где будет опорный пункт милиции. И самоуправление здесь, в микрорайоне Воробьева, оно есть. Отдаленный от центра микрорайон постепенно становится более ухоженным. Совет ТОСа снова обратился в мэрию с просьбой о субсидии уже на следующий год. Весенний-осенний период дороги частного сектора уходят под воду. Если ТОСу снова выделят деньги, их планируется потратить на устройство и очистку водоотводных канав. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.